Всех приветствую на канале Дороги Михаила Лешина. Приглашаю на экскурсию в Северную Осетию 30 мая 2024 года. Посмотрите, как это было. Посетим места. Да, не все. Там 4 локации. Вот место, где поклоняются, где дают денежку, там кладут и молятся, чтобы дорога была, как нам объяснили, дорога была, чтобы ни жерла, ни гвоздя не встречалось. То есть поклоняются этому. Зашли, посмотрели, да, и они любители снимать эти где святые места, но вот на память, чтобы было. И плюс еще нас он как бы предупредил, направо там не ходите, женщин, нельзя. Ну вот я пошел и снял, показать вам, что есть практически все. Эти какие места. Дальше заедем еще в храм. Далее канатная дорога. И четвертое место, которое локация, я вам не показал. И я его не снял. Это как раз в этой экскурсии горячие источники купаться. Может, мы с собой не взяли. Не была в тени купальники, да и неохота было что-то, хотя там все это продается, можете, кто желает, искупаться. Но мы там посидели в кафе, попили осетинское пиво, как наш квас, вам скажу. Да, вот сюда нельзя ходить женщинам, вот в эту половину. Хотя, что характерно, нас он так, как это экскурсовод, попугивал, что никто из нашей экскурсии не ходил, хотя я там видел женщин. Ну вот, не буду вам мешать. И да, и как обычно говорю, в Рутюбе, Ютюбе, в Дзен Яндексе выкладывают данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно, где кому как удобно. Следующие будут дороги, и Листа, Волгоград. Ну, все как обычно. Все по порядочку. То есть вот, вот такая была экскурсия. Один раз можно съездить. Смотрите. Ходил туда. Ну, он так и везде там, где-то мне мелочь была. А куда бросать? Вот сюда. Ну там везде так, а вон там еще крайне. Нет, а вон там еще. Попробуем шнур сейчас твой, в принципе. Разы, какие высокие. И обувки, смотри, зеленые уже какие. Ё-моё, нифига себе, что-то. Там вообще строго все идет. А там из этого контроля вылетают и начинают изобразие с полигонами. А, итак, мы в Алагире. Верхний Херсон переводим. А Осетинами русские стали называть и грузины общим. Там в зависимости западные и восточные, это финцы, приборцы.
пальцем. Немножко диалект различается. Вообще это страна Эстон. Копируй.
такая вот инсталляция небольшая. Вот они горы окружают. Проходи, проходи. Окей, давай вот здесь вот представим. Такие вот горы нас. Всем привет! Да, вот мы едем. Мы в Северной Осетии, в Сельское ущелье, едем на канатной дороге. Уже спускаем. Уже спускаемся. Да. Прикольно. Да, повезло. Погода повезло, светит солнце. Но не забывайте брать с собой теплые вещи. Теплые вещи, да. Нас не предупредили. Да, вот. Человек. Но он не замерз, я согрел своим теплом. Да-да-да. Ладно. Как-то так. Осталось чуть-чуть. Немножко спуститься. Когда надо приготовить, то ноги поджать.
На этом заканчиваю свой сюжет. Благодарю за просмотр. Берегите себя, не болейте. Оставайтесь со мной. Горные реки. Все как положено на Кавказе. Вот такая инсталляция была, остановились специально. Но какие будут дальше сюжеты, я вам уже сказал. Всем пока-пока.